Водопровод в доме номер 153 по улице Виноградной опечатан. В ближайшее время у жильцов этого и еще нескольких домовладений микрорайона воды не будет. Эта мера вынужденная. Так решили наказать недобросовестных владельцев частных домов, которые сбрасывают канализационные отходы, по сути дела, прямо на улицу. Центральная система канализации построена больше года назад, но подключаться многие не торопятся. Предупреждения об отключениях собственникам жилья приходили не раз. Обязательные требования сегодня, чтобы граждане все-таки позаботились о том, куда уходят хозбытовые и хозфекальные стоки. Соответственно, это порядка 4000 абонентов у нас сегодня охвачено. Мы с каждым индивидуально работаем в этом ключе. Соответственно, если человек совсем не реагирует, он будет подключен от водоснабжения. Ситуацию с экологией курорта недавно обсуждали с участием полпреда президента в ЮФО. Ведь нерадивые собственники жилья наносят ущерб и природе, и престижу курорта. Акватория Черноморского моря является уникальным с точки зрения возможности его использования с точки зрения отдыха и оздоровления достаточно большого количества населения, которое приезжает к нам в нашу зону. Без этого сегмента, вы смотрите, когда мы говорим с точки зрения социально-экономического развития в регионе. Рейды по выявлению незаконных врезок в ливневую канализацию проходят сейчас во всех районах курорта. Владельцам частных домов предлагают либо подключиться к центральной канализации, либо установить у себя на участке локальное очистное сооружение. В противном случае водой пользоваться запретят. К домам нарушителей организуют подвоз воды. Если собственники отключенных домов хотят вновь пользоваться канализацией, им нужно обратиться в водоканал. Там в течение недели им бесплатно выдадут технические условия. Дальше уже за свой счет нужно заказать проектную документацию и нанять рабочих, которые подключат дом к центральной системе. И если собственники возьмутся за дело уже сегодня, то примерно через месяц снова смогут пользоваться водой. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.